Что болит? Здравствуйте. Ну, все болит. На самом деле болит плечо. Вот так больше. Особенно, когда ложусь. Назад могу завести, но больно через силу. Болит в этой стороне шея. Немножко при повороте в одну сторону как бы подклинивает. Вот. И, ну, как у всех, КПС. Кстати, то, что мы будем перебрать, хорошо, ты на себе почувствуешь. Да. Эти вещи. Я думаю, не один раз мы это будем делать, но чтобы больше чувствовать. Хорошо, ложись, пожалуйста. Голова, животик. Ртом глубокий вдох, выдох. Еще. Какие мышцы, да, мощные? Ну, вот видно, чуть. Ну, не держат они. Вот. Еще мне врач сказал, что у меня на шее, по-моему, какие-то позвонки в свободном плавании. Вот эти вот. В свободном плавании. Так, а вы на сколько у нас записано? Здравствуйте. Хорошо. Что, да нет, что ж у нас тут все? Нет, конечно. Уже убежать хочешь? Ртом глубокий вдох. Еще. Вот. Все-все. Слышал здесь? Да. То есть из-за этого мы все делали, чтобы сразу собраться сюда. А здесь мы и так разгрузим. Просто здесь сложнее всего. Прям голова пошла кругом. Это все пройдет. Насчет кинезиологии. Вот видно, я вот тут пальцем нажимаю, а мышца вот она ходит. Вот. Угу. Вот. Как низко натянутся. Да. То есть, когда мы здесь разгружаем, сейчас потерпеть. И тут чуть-чуть. Вот она начинает уже дергаться, когда нажимаешь. Вот. Но это может мощные мышцы, они перегружены. Так, еще раз глубокий вдох, выдох. Потерпеть, ладно? Да. Вдох, выдох. Еще. Угу. Еще. Хорошо. Легкий вдох, выдох. Легче. Еще. Еще. Ага. А ты далеко посиделся? Ладно. Ага. Легче, легче, еще. Все, все.
Все терпимо, нормально? Вообще отлично. Хорошо. Если что, говори, будем делать перерыв. Нет, нет. Вдох, выдох. Ага. Все, 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 все. Нормально? Да. Не сильно больно? Вытерпим? Конечно. Хорошо. Все. Дубовый там все, да? Да, очень. Как вот был, сейчас пациент говорю, проблема в мышцах, так и здесь. Мышцы он мощные какие, да? Вот. Но сколиоз, естественно, есть давным-давно. Поэтому эта сторона выше. Перегружена. Да, это вот. Ну, перегружена, да, но из-за позвоночника тоже она. Наша цель не исправить сейчас сколиоз, а чтобы он не чувствовался, чтобы было легко. Потому что сколиоз, да, поры до времени можно исправить. Так, руки так, либо под голову, а лапки расслабить. Это у меня хрустит. Все нормально? Да, все в буграх. Я прям чувствую по вашим пальцам. Да, у меня там все жестко. Вот верхний слой снят напряжение. Это пальцы скользят от масла. Ну, ничего. Хотя вроде пытался и тренить ее спину, и все. Сейчас будем делать, потом проверять. Так, руки под лобик. Потерпеть. Я забыл сказать, у меня давление еще скакало. Прям так хорошо, ни туда, ни сюда. Вот эти шишки ты знаешь, да, которые у тебя торчат, вот эти вот кости? Ну, что они торчат, конечно. Да. Ага, вот они тоже в солях все. Да, я чувствую. Вот. Я не говорю, что мы прям на 100% их сможем убрать. Ну. Но... будет намного. Да. А, что? Последнее время, говорю, зрение стало садиться. Это все из-за шеи. Все шея у нас за это отвечает. Ну, вроде кручу, или петля глисона даже, и что. И вообще не так немножко помогает, но слабо. Как временно, я так сказал. Полумерно. Позвонки жесткие, поэтому петля глисона тут что? Петля глисона должна растягивать. Да? А тут она еще чуть-чуть мышцы вытянула, и все. Так, на бок ко мне лицом, пожалуйста. Сейчас я чуть-чуть руки сполосну, а то у нас... запачкаем.
О, все правильно. Все, мы экзамен сдали, да? Сейчас. Еще. На другой бок. Ага. А с ногой что? А с кольчатой перелом. Ага. Хорошо, еще. Еще. На спинку. Голова не кружится? Сейчас хорошо. Откружилась. Хорошие вещи на Валберисе, да, продаются? Нормально. Там отзывы главное читать надо. Да, отзывы. Колено у меня, кстати, еще побаливало вправо, я вспомнил. А мы сейчас все, что можем потом будем проверять. Даже когда занимался на тренировке, разминаешь. Так, ну что, дергаем? Да, пожалуйста. Хорошо. Ага. Расслабление очень хорошее. Очень хорошее. Зубки вместе. Какая рука у нас болит? Правая. Ага. Все. На задней части. Сейчас мы будем до нее добираться. Мы ее только подготавливаем. На краешек направо. Все ясно. И связка еще растянута. А ну сейчас руку подними вверх. Повыше. Мы сейчас улучшим, это просто проверяем. Все, потерпи. Готов? Да. Глаза не открывать. Вот отсюда все на песню идет. Ну сейчас. Объем движения увеличился, и он стал более свободным. Тяж есть еще? Есть небольшой. Сейчас будем убирать его в ноль. Так, крути шейкой по большому кругу. Потом другую. Ага, понял. Назад нормально? Да, да, хорошо. Угу. Потерпи чуть-чуть. Угу. А ну вот сейчас. Пробило. Он должен сильнее пробивать просто ногу остеохондроза. Ну шея стала свободнее. Ну тянет здесь еще. Сейчас не чувствую вообще. А ну да, удары еще, конечно. Так, вставай. Руку видел, как дергали? Да. Сейчас дай немножко. Готов? Угу. Стоим. Стоим сейчас. Немножко дух. Ждем, сколько надо. Это очень такая процедура. Животрепещущая. Да нет, нормально. Просто в голову не ушло. Сейчас обратной волной в руку пошло. Но рука не онемела. Покалывает немножко.
То есть мы в двух положениях. В одном дергаем, потом в другом. Вот. О, сейчас хорошо. Все, не видела. А я не понял, кстати, в каком сейчас было положение. В двух вы говорили. Оно вот здесь, потом вот сюда. А, то есть в эту сторону? Да. А, вот сейчас второй раз было прям так существенно. Причем можно дергать и здесь, когда человек находится на кушетке. Но это тоже моменты покажутся. Разные положения. Вот так пошло все онемение. Да. Такая приятная обратка пошла. Так, боком. Еще. Вот так, вот теперь нормально. Руки онемевшие? А, пальчики вот эти три. Угу. А сейчас проверю, руку есть, летяж или нету. Рукам сейчас больно назад загинаться или нет? Где-то вот чуть-чуть, вот где-то вот тут есть, но где-то 70% ушло. Ага. А вот я просто не понимаю, может это остаточный просто наболевший, у меня же давно. Ну это мы сейчас вернемся. Иди вперед, дверки, ко мне лицом, шире, тянись до пола, до одной лапки, до другой. Мощно. И в другую. Еще раз, пожалуйста. Скользит. Ничего, мы не даем 100%. 10 раз приседаний. И прислушивайся к колену. Я просто не могу, у меня там это. Ага. Насколько можно. Свободные стали приседания. Теперь все проверяй, кроме руки, что там тянет немножко, проверь еще все элементы другие. Что еще беспокоило, все это поизучай. Да, вот тут чуть-чуть как бы осталось. А так назад нормально, да, теперь нет боли? Да, да, у меня как бы немножко объем движения увеличился. Присаживайся, пожалуйста. Так. Да, денек-два пройдет, это все утихнет, и мы потом... Шеи будем делать тебе, скорее всего, с этим, с валиком, потому что там очень много пособиралось у нас этих отложений остеохондроза, причем очень долгое время. Да, я это чувствую. Зачем нам это надо? Хотя там и на импликаторе Кузнецову лежу, но... А как он справится? Да, он не всегда. Там такой стой мышц, куда ему? Он полумерово. Этого. Знаете, после чего это, Арсений Витальевич? А. Я кидал снег. Ох. Ага. И зима снежная была, много кидал лопатой, а заборы высокие, приходилось уже через заборы перекидывать. И вот с тех пор у меня вот это плечо и шея, представляете, я этот груз вот года 3-4 носил на себе. Тут получается в чем дело? Сперва и так мышцы были перегружены, оно еще добавило напряжение. Вот у нас и получилась такая история. И я вроде намажу что-то, мази какой-то, что-то подделаю, вроде получше. Вот, и сразу схватилась игла, вот она. Зажалась мышцами. Да, мышцы спазмом сразу. Угу. Вот она, вторая мышца. Чувствуешь? Да, она прям вообще как будто молоток. Вот. Наша цель — пробить эти спазмы. А по шее мне понравилось. Мне кажется, я даже сейчас и лучше видеть стал. Это правильно. Это же дается кровообращение, но пройдет пару дней, мы с валиком, это будет жестко, но будет еще больше эффекта. И знаете, еще какой-то, я не знаю, может быть, это с этим связано, нет, или с положениями. Постоянно вот хотелось спать, вот постоянный какая-то, вот вроде спишь, а опа, хорошо прям почувствовал.
Вот прям вот именно это место мне как раз наиболело. Вот сейчас, когда я поднимаю. Ну, мы сейчас отсюда туда идем, да. Вот. То есть игла 25 на 75 полностью вон сюда доходит. И, скорее всего, они будут внутри потом гнутые, потому что мышцы будут ее выворачивать. Просто у меня, считай, уже сколько времени, да, наболело это все у меня. То есть это и есть работа с мышцами сейчас. Вот. Сустав суставом, а мышцы... Вы как будто ее чешете. Не боль, а какая-то приятность, да. Угу. Вот мы уперлись в кость. Ага. Вот они схватились. Ага, вот это есть. Особенно. Угу. Ух. Ну вот, пусть они постоят чуток. Мне кажется, даже они меня как будто там чуть-чуть вибрируют. Но вот какие-то вот есть такие. Это импульс. Да. Когда мы крутим иглу, она дает импульс. Это она и прокручивается. Вот. Вот это вот наша самая была, да? Да. Гнутая? Немножко, да. Но не сильно. Вот. Вот это тоже была хорошая. Вот она. Ага. Прям согнула ее. Согнула. Это ровно. Почти. Сидим, ничего не делаем. Когда мы его обрабатываем, немножечко будет щипеть. Не щипит, ну и чудно. Так, сейчас руку проверь, пожалуйста. Можешь встать, если хочешь. Да нет, она и сидящая. Ну, похрустывает, это у меня там это все, да, как все жалуются, она все нахуй. Она наоборот, вы знаете. У меня раньше она крутилась, так крутится, потом кого-то там что-то мешает, щелк мимо, как будто на кочку машины наезжает. А сейчас движение. Надо так не больно делать. Вот этот момент мне очень интересовал. Ну, меньше гораздо. Я считаю, что... Но в глубине есть чуток. Чуть-чуть в глубине есть, если честно. Почему там наболело? Там да. Там кожа, там, это как-то, там, считай, очень сильно. Вот, но если не такие мощные мышцы, у нас очень, ну, большой процент, что решается сразу. Ну, да, здесь оно копилось. Вот. Доволен? Очень. Хорошо, мы... Нет, вот я это... прям реально, просто... прям, я сейчас легче сейчас стал. У меня как будто рука сама стала подниматься. Да, волшебная стала. Да, хорошо. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Пока всем.